27 февраля. Наша утречка. Утро. Наше утро. Оль сделала что-то интересное. Там вон такое ощущение, что это дом с деревом. Вот красота. Оля поджарила в духовке морковку, цветную капусту и куриные эти ножки. Еще Оля сделала суп-пюре тыквенный и еще макароны. Вот так. Сейчас макароны польем вот этой пюрешкой. И плюс еще вот это. Будет просто красота. А тут Оля что-то сейчас крутила. То, что мы делали хлеб, чуть-чуть лишнего его осталось, успела засохнуть, перекрутила. И как эта штука называется, Оль? Это сухари панировочные. Панировочные сухари, которые Оля сама делает. Вот. Хлеб. Хлеб мы делали вчера. У нас есть вот такой вот черный прикольный хлеб. Очень вкусный, с чесноком, с укропом внутри. Офигенная тема. Сейчас вот хлеб нарежу. И еще сделали салатик. Последние несколько дней что-то мне прикалывают салаты. Вот я покупаю всякую разную зелень. Добавляю просто вот эти оливки, горошек, помидор. Все это дело перемешивается вот таким образом. И получается офигенная просто тема. Почему-то раньше так не делали. По отдельности вот эти все продукты не очень хочется кушать. А вот так вот в виде салата все хотят. Так что будем так и делать. На улице у нас сегодня тепло. Отличная погодка. И здесь Оля вот посадила рассаду. Вот такие вот саркофаги. Пирамиды Хеопса. Где у нас хранится просто чудо чудесно. Это рассада, конечно же. Вот. И там все это дело в тепле. Плюс еще у нас теплый пол. И снизу от теплого пола идет туда тепло, и там у них вообще просто, как будто они на югах. Все будет работать великолепно. Плюс еще такие штуки здесь, почему сделали вот этот все-таки пакет и одели. Потому что мы здесь открываем дверь, так как здесь стоит рассада, холод бы сюда всегда дул. Сбивал с толку рассаду, короче, тут раз мороз, а тут эти маленькие растения будут. А так они в тепле, никто им не мешает. Все хорошо. Сейчас будем кушать. Вот такой вот у нас получился красивый стол. Такие вот макарошки. С подливочкой. Подливочка, конечно, мощная. Попробуй. Выглядит мощно. Типа зелень можно положить. Подливка ржачная. Так, попробуем. Подливон. Ну, я скажу, детский сад, если честно. Ну вот мясо туда затолкай, будет нормально. Такой вкус детского сада, как бы. Ну, не совсем. Да, для Миланы. Больше детский такой. Ладно, сейчас мы добавим сюда такие вот вещи. Вот морковочку. Вкус поменялся сразу. Хлеб. Морковка жареная, слышно. Олеся до этого не дозвонилась. И все сразу стало хорошо. Я попросила сказать Эдвину, чтобы он пошел домой кушать.
Салат прикольный получился. Все, ребята, кушаем. Все, теперь мы все вместе кушаем. У нас вот это наше утро, все вместе собираемся и такой вот обед. Как тебе Милан? М? Что именно? Вообще все. Нет, вот это подливочка. Вкусно? Вкусно? Эта подливка такую сладость придает. Это пиково. Просто пюре никто не хочет кушать, а вот так вот, мне кажется, хорошо. Угу. А вот это попробуйте, Эдвин. Прикольный, да, вкус? Не, реально, это как картошку можно кушать. Угу. Как морковка в духовке, да. И вот эту попробуй, Эдвин. Так. Это я на пробу сделала. Тоже картошка. Ну, это уже вкусно, картошка, да, фри, как будто, это деревенская картошка. Да, жарена. И не скажешь, что это капуста, капуста, да? Там, да? Вот моя самая любимая, да. То, что хочу дегустировать. А что ты скажешь? Вот это самое топовое. Ну, кому-то, Мяночка, нравится. Мне не нравится этот... Я тоже люблю. Да. А Эдвин любит. Так уже нельзя есть. Можно. Можно. Просто вот когда вот так вот на кожуре есть какие-то приправы, намного вкуснее. Короче, нормально. Вот и салат еще. Угу. Пробуйте. Все. Сейчас положу. Много, наверное, будет. Нет, тут же просто все трава. На, покосим травы. Му. Ну давай еще это, да, возьму все это. Милан, ты будешь травы? Нет. А? Так вкусно, смотри, какая зелень. Классно. Чуть-чуть, давай маленечко, пару штучечек. Милана! Сразу летом осталось. Это мы, кстати, летом уже собирали? Это наше? Нет. Нет, у нас просто... Давай такой чуть-чуть попробуешь. Нет? Ну и все. Даже не спорь со мной. А хлеб какой вкусный. Офигенный просто. Да? Да, хлеб. Милана один кусочек уже съела. Вот маме. Угу. Как хлеб? Вкусно. Наивкуснейший. Какой вкус? Вот просто хлеб попробуй отдельно. Скажи мне вкус. Без этой, без... Милан. Просто хлеб попробуй отдельно. Что, зашло? Да, давай. Ну, черный, правильно? Угу. Какие привкусы есть? Что ощущаете? Это же наш? Да. Домашний. Да, я делал. Я думал, магазины. Очень похоже просто по стилю. Нет, это я делал. Вообще четко. Ну что, похоже, что как, что-то есть, вкуса на какие-то. Блин, у черного хлеба есть вот запах такой. На подсолнухе. Я не могу это сказать. Как его там? Черные такие штучки. А, кунжуты? Да-да-да. Там укроп. А мне с ним... Здесь укроп добавлен и чеснок. Мне напоминает семечки подсолнуха. Ну вот это... Ну кунжут что-то такое. Укроп и чеснок. Вот. Такой вот хлеб. Прикольно. Даже не скажешь, что это дома делали, да? Вот я говорю, то похоже очень на магазин. А мне нравится, что здесь солод есть. А, солод, я про это. Забыл, как называется просто. Ну, вот так вот. Кушаем дальше. Потому что отчасти мы травоядные. Человек – это такое существо, которое может и травку жевать, и мясо кушать. Ну, если надо, и металлолом съест, кору деревьев. Вообще, человек способен много на чем.
покушаем.